Учащиеся школ города проверили скорость и смекалку. В рамках сетевого проекта «Про каникулы» в городе впервые состоялся турнир по скоростной сборке пазлов. За первенство состязались ученики из 6 школ города. Каждой команде необходимо собрать картину из 560 пазлов на скорость. В итоге победу одержали учащиеся первой школы. На втором месте команда школы номер 4 замыкает тройку призеров вторая школа. Это очень увлекательно. И сейчас наша команда бурлит, очень переживает, чтобы выиграть. Собирание пазлов, во-первых, развивает у детей наблюдательность, развивает внимание. Ну и что самое главное, способствует сплочению командного духа, что сегодня мы здесь и видим. А еще это, конечно же, удивительный способ в дни весенних каникул еще раз встретиться со своими школьными друзьями. Интересно здесь было не только участникам, но и зрителям. Для них организаторы провели викторину. Тематика, как и весь сезон проекта, космическая. Теперь в планах у организаторов сделать городской турнир по сборке пазлов ежегодным.